Предприятия области презентовали свою высокотехнологичную продукцию крупным заказчикам. Представители дочерних структур «Газпромнефти» посетили сегодня ряд заводов и IT-компаний. Для продвижения тюменской продукции правительство региона подписало дорожную карту с нефтяной корпорацией. На этой встрече заказчики и производители, которые раньше работали через посредников, смогли договориться о сотрудничестве напрямую. Один из нюансов, плюсов, естественно, это логистика, потому что город Тюмень находится так очень расположен для всех месторождений Российской Федерации, которые нефтяные находятся, ну и посередине. Ну и в принципе, я не думаю, что сильно так много предприятий в Российской Федерации, которые, в принципе, могут дать такую широкую линейку, как мы. Кроме этого, «Газпромнефть» переходит на долгосрочный трехлетний закупочный план. И очень важно, чтобы в него попала тюменская продукция, чтобы региональные предприятия не остались без больших заказов на такой срок. Очень хорошая идет тенденция. Закупки по сравнению с прошлым периодом увеличиваются. Причем значительно так увеличиваются. В этом начале года была подписана дорожная карта, эффект уже по итогам года будет очень положительный.